Строительство АБВГДЭКи снова затягивается. По словам сотрудников администрации, виноват архангельский подрядчик. Напомним, самый красивый и просторный детский сад Северодвинска изначально планировали сдать в сентябре 2013 года. Следующим сроком была эта зима. Когда дети соседнего квартала все-таки смогут пойти в новый сад, выясняла наша съемочная группа. Строительство самого просторного детского сада в городе, где на каждого ребенка в среднем приходится по 4 квадратных метра площади, снова затягивается. Сроки сдачи АБВГДЭКи сдвигаются в третий раз. Когда осенью закончить работы на объекте не успели, подрядчики собирались финишировать зимой. Сейчас строители признаются, АБВГДЭКа готова на 70%. Ведутся внутренние отделочные работы, то есть малярно-штукатурные, ведется установка сантехоборудования. Практически 100% выполнены работы по электроснабжению, да, то есть установлены все светильники, то есть проведены розетки. То есть в целом готовность порядка, наверное, может быть, 95-100% по электротехническим работам. Частично в здании окрашены стены, установлены двери, готовы некоторые туалетные комнаты. Почти закончены детсадовский компьютерный класс, единственный в Северодвинске. А вот в музыкальном зале видны только строительные балки. Виноват архангельский подрядчик, говорят в управлении образования. Откладываются сроки в связи с просрочкой производства некоторых видов работ. В частности, подрядчик, который выполнял работы по капитальному ремонту оснований полов, по капитальному ремонту кровли и по капитальному ремонту крыльц и фасада здания. В судебном порядке управление образования планирует взыскать с подрядчика 3 миллиона рублей. Заявления уже направлены в арбитражный суд. А в городской администрации называют новый срок – 1 июля 2014 года. Садик, безусловно, будет введен в эксплуатацию, будет установлено все необходимое – игрушки, мебель, все остальное для того, чтобы ребята пошли в сад. Нам это трудно не было и с подрядчиками, с нашими, вы знаете, как мы работаем, да, которые выигрывают конкурсы наши, но сад должен быть введен в эксплуатацию. То есть до осени жители соседних дворов на этот садик даже не могут претендовать. Для АБВГДЭКи уже готова вся мебель и компьютерная техника, установлено игровое оборудование на площадках, а внешнее освещение вообще строители называют лучшим в городе. Вопрос только в самом ремонте, ведь и в прошлый раз выполнить работы в срок подрядчики обещали и мэру, и областному министру образования. Наталья Аскерка, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.